В любом из нас крестьянин дремлет. Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит. Как нету леса без деревьев. Как нет деревьев, нет и леса. России нет без деревень. Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница новых впечатлений и знакомств Светлана Васильева. Деревня, о которой расскажу сегодня, повидала многое. В древности на ее территории проживали финно-угры и славянские племена. В X веке здесь проходил водный торговый путь из варяг в греки. В XIII-XIV веках значительная часть края входила в состав Холмского уезда Новгородской земли. Ныне же это Лакнянский район, а деревня называется Утехино. Сельские истории. Первое впечатление от Утехина оказалось так себе. Ничего выдающегося я не увидела, но стоит отметить, что деревня достаточно большая, дворы крепкие, собаки, как и положено, злые. Вот только кто живет в этих домах? Оставалось надеяться на новую встречу и знакомство. Минут через 15 на горизонте появился мужичок. Пришлось мне ускорить шаг, чтобы успеть с ним познакомиться. Геннадий Васильевич, представился он, немного опешив. Сразу объяснил, что чужих в Утехино не бывает, а сам он здесь проживает с рождения. Вместе с ним мы пошли прогуляться по деревне. Геннадий Васильевич старался изо всех сил и рассказал мне все, что мог. А почему деревня называется Утехино? Ну, Утехино – это интересный вопрос, хороший. Даже словом не скажешь. Но Утехино, значит, какой-то был такой гражданин. Ну, типа Утехин, может, фамилия такая, может, была. Здесь раньше образовались, потому что здесь как бы из варяг у греки русло, ну, по речке ходили, по нашей. А что за речка здесь? Локня. Ага. Ходили, ну, она туда, в сторону Новгорода, там, да, ну, типа такое. Кроме названия о тех исторических временах, что-нибудь осталось здесь сейчас? Осталось. Новолукино, церковь там стоит у лесу, здесь осталось, да. Ну, она не устанавливал никто, да. Ну, Новолок бор. Потом Новолоку здесь оставшие, исторические места оставшие, да. А чем вы тут всю жизнь занимались? Пастух я. Вы пастух? Кого пасете? Коров. И что, они тут есть? Есть кого пасти сейчас? Ну, есть, вроде есть. А раньше-то, наверное, больше было, не? Было больше, сейчас меньше стало. Ну, короче, сельское хозяйство искореняется. Ну, а вы сами-то корову держите? А зачем? Накосить надо вручную. Это все не держим. Собак, кошек держим. Собак и кошек только? Ну, а какую-нибудь курочку, уточку тоже нет? Было 50 штук. Курей было 50. Ну, короче, помогли коршуны вот эти вот, которые летают, лиски. Ну, и сейчас мы бросили. Просто обидно даже. Приезжаем вечером, ну, домой, ну, с работы. И все положено. Главное, сложено вот так вот, интересно. Глава к голове. Как будто я не знаю. Так они их просто придушивают и не утаскивают? Нет. Некоторых тащили. Ну, как-то вот интересно, понимаешь? Здесь такая тема некрасивая. Ну, зверек дикий фиксим. Он взял, схватил, на это вот сложить. Просто не успели. Может, помешали мы, может, кто-то помешал. А чего не хватает здесь? Чего бы хотелось, чтобы появилось, было? Ну, чего, я даже не знаю, как сказать. Надо старейшин говорить. А чего хотелось? Вот здесь, ну, на крестах, вот где вот колонка. Угу. Колонку вот надо поправить, что там вода уже почти не бежит. Ну, к Волкову мы обращались, ну, там она поправит, там где-то трубу прорвал, ну, посмотрели, чтобы, ну, приехали там эти монтёры. Ну, и такой ларёчек, ну, ларёчек, допустим, ну, там пускай, не знаю, кто будет работать, неважно. Ну, и что здесь собирается, в талавку, что вот сейчас-то вот тепло, ну, типа беседки. От дождика спрятаться, да? Да. Ларёчек бы поставить, посетовал мой новый знакомый. Вот только никто из местных не берется за это дело. Боятся, что обворуют. Хулиганьё, по словам Геннадия Васильевича, даже днем дома вскрывает. Вот только никто за руку никого так ни разу не поймал. В какой-то момент ход мысли моего собеседника вдруг резко поменялся, и он буквально огорошил меня. Я на каком языке сейчас разговариваю? На русском. На русском. А что, есть еще варианты?
Да я несколько знаю. Каких, если не секрет? Не скажу. Во как. А то улюбитесь. Ну, ничего ж страшного. Придется пережить. Ну, несколько. Ну, знаю. Допустим, латышский знаю, белорусский знаю. Откуда такие знания? А потому что я проехал. А вы работали там? Конечно. И что делали? Дойером. И дойером тоже работали? Ну вы прям на все руки, мастер. Ну такое. Ну ладно. Ясно. Пойду я. Ну счастливо. Сельские истории. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62 92 90, обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для жителей деревни Утехино Лакнянского района. А я прощаюсь, через неделю расскажу очередную сельскую историю. Речка быстрая, каменистая, в нашей местности протекает, и волшебницы, люди добрые, эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься, или обидой горькой маешься, ты к реке поспеши, все ей расскажи. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю синему. Путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. В речку чистую, серебристую, словно в зеркало смотрят люди. Бросишь камушек ей на донышко, и она тебя рассудит. Поругает нерадивую, пожалеет несчастливую. Дарит свой поклон. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую, к морю синему. Путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. Льется реченька, наши реченьки, задушевная и простая. Только вслушайся в эту музыку твоего родного края. А уедешь, если надолго, над рекой вспыхнет радуга. Чтобы ты не забыл тех, кого любил. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую, к морю синему. Путь ее беспокойный лежит.